Вы сейчас там с кем встретитесь? В России? Да, в Москве. Ну, с япончиком, естественно, сразу. А? С япончиком, с Хасаном. Ну, а вот с Тарелом уже будем разбираться. Да нет, я этого Тарела никогда не признавал. До этого даже я не признавал. Даже я с ним за столом не садился. С Тарелом. Это было в Краснодаре, сходка была, то другой там собрались. Я, короче говоря, я его никогда не признавал. Не надо так а этому япончику передать такое, что если сможет как-нибудь, пускай разрядит это. Разрядка нужна. Я лично, вот, чтобы проехать, быть жертвой, воздух, я останусь на вы. Передай мое дружеское совет, то, что пускай перестанут как-нибудь, не обвиняют сейчас в это время друг друга, а пускай разрядку сделают, а кто заслуживает, когда все успокоится, они тогда могут, кто заслуживает обвинений, того и обвинят. Я это Лаше передавал, не знаю, ему сказали или нет. Как-нибудь пускай разрядку сделают. Пускай разрядят. Не может быть, что были бы они такие враги, что вот это как, ну, там это, хотят напиться крови. Могут они как-нибудь согласоваться, но, знаете, чтобы дать какой-нибудь это как его зарок или там что, это не надо. Каким-нибудь таким этим, пускай разрядку сделают, а потом найдется время уже, когда все это.